В общем, я бабушка со внуками. Я знаю, вы смотрите на меня такие, нихуя себе ты бабушка, да. У черных нет морщин, но в целом все становится хуже. Мой сын злится на меня, он злится, потому что мне не нравится быть бабушкой. Я ему, твои дети нахуй идут. Он отвечает мне, что ты за бабушка такая, внука мне рада. Я говорю, слышь, я хоть и бабушка, но до сих пор ебусь. Моя сноха звонит мне однажды и говорит, «Мисс Пэт, заберете Эшли со школы?» «Ну, похуй, заберу». Приехала к школе, забираю ее, и мне это не по нутру, потому что она сразу начинает говорить. И на ровном месте она заводит беседу. «Бабуль, чего, крошка?» «Мама говорит, ее бесишь до пизденения». «Твоя мамка нахуй идет, это она меня бесит до пизденения». Думаете, я должна уступать, потому что ей 5 лет? Нахуй пусть идет.